Сколько? Ну, 1 рубль. Ну что? О. Спасибо хоть за день. Мои подписчики придут. Да. Ура! Будет мой концерт. Это будет вторая часть подписчиков. Там будет. Там наши противники. Там наши противники. Да. Кто хочет там? Вот там будут наши противники. Противники будете сами там делать. Магазинчик. Так. У меня же там был. Там была одна коробочка. Нет. Так, сейчас заверну мешочек. Там завернул. Вот. Мешочек. Бутылок. Там кассира нету, потому что никто не зашел. А почему никто мне не хочет зайти? Я же стараюсь. Делаю видео. Вот там дерево, вот там бутылки. Магазин? Вау, а это что там, сколько это стоит? Ура, кто-то зашел! Это подписчик! Почему он вышел? Вот, да почему он вышел? Я же добрый человек. Я же люблю людей. Стараюсь, для них делаю видосики. А они просто выходят. Так. Я одинокий буду всегда. Подписчики. Я уже отправил видео. Можете посмотреть его, посмотреть, как будет называться сервер. Заходите. Так, вот наш городик будет маленький. Вот бутылочки. Вот, никого нет. Почему никто не зал? Нет. Так. Может, его мама позвала кушать? Вот. Вот машинка. Так. Вот это. Может, открасть? Не, я же добрый бомж. Я всех синю. Так. Жаль, нету голосового. Все, подождите. Так. Вот он. Привет. Котенок. Это котенок. Так. Фу, обкакался. Иди. Да, халбутка закрыта, все, ребята, все закрыто, все. Нету машин, нету. Так. Его там зарплата пришла, и он все, и он уволился. Очки заработают на этот день. Вот бы сейчас он сюда пришел бы, я с ним познакомился, поздоровался, подружился. Ну и а так его. Ну, ладно, черт. РП. Так, ладно, надо купить чайник. Так. Здравствуйте, я за чай. Мне надо купить зеркало. Да, вот зеркало. Хожу чесать. Вот так. И... А, я зеркало купить, окей? Окей, хорошо. С вас 120 рублей. Ага. Вот, сейчас я вот один даду деньги. А, вот, 120 рублей. Ага, сейчас, до свидания, спасибо. До свидания, да, до свидания. Так, все, ладно, все, теперь надо идти, значит, ко мне, значит, в кафешку,
то есть мне надо идти домой, да. Мне надо уже... Я иду уже обустраивать. Так, это какое-то продажение. Короче, нет, я уже долгое время не могу на я найти магазинчик. Так, идем надавать бутылочки. Да, давай, вообще, где я сказал? Если это мой подписчик, я беру. Ты кто такой? Вот. Все, кто? Бутылочки. Мне хватает. Так. Котик, он угнал машину. Он угнал машину. Я купил Так, один подписчик у меня есть.
Почему? Да. Ой, ребята, вот вы сейчас это видели? Вот, ребята, вы это вы сейчас увидели? Ты... Брошу, еще что-то сделаю. Ладно, буду спать. Ну а что, ребята, у меня нет бабушки. Ладно, пойду я мусор поспать тогда. Да, ребята, я тут еще и сплю. Ладно, ребят, работаю себе. Ладно, ребят, вы... Я пойду я спать, там мусор. Да. Все, ребята, всем удачи, всем доброй ночи. Вот. Подарю снаряжение Вайлет. Она точно захочет развиваться со мной. Что такое? Теперь я, ну а я очень люблю тебя, бомжок. Ладно, братан. Тачки тебя ждут возле дома, где... Ну, ты понял, где, короче, возле магазина. Ладно, я тогда сходил, то я уже не встал. Ой, все. Не мешай, я спать. А ну хорошо. Короче, ребят... Просто смотри, тебе много миллионеров все это время. У меня даже вот тачка. Ё-моё, теперь его очень много ждём. Мне как-то его жалко. Куда-то? Ну, короче, надо куда-то ехать. Короче, надо сейчас ехать вот туда. Да, ребята. На улице, да, ребята, правда, очень холодно. Я просто так сплю. Блин, вот почему все, да, теперь... Так, где дом? Так, кстати, мое тут зеркало вчерашнее стоит. Кажется... Короче, подожди, так я проехал там, дом, подожди, так. А зеркало мне, наверное, больше не нужно, так как у него там дома есть зеркало. Так, ну, значит, так, ладно, все. Сейчас поеду, я сейчас подключу какой-то один дом. Так, ладно, сейчас я пойду. Ладно, всем удачи, ребята, и всем пока. Пока! Так, все, отлично. Так, ладно, ребят. О, кстати, вы же тут? Ребята, я не понял, а чё? А? Короче, вот сейчас, ребята, я сейчас вот в таком вот доме сижу. Теперь, ребята, я богатый. И, блин, вот ты знаешь, что... Кто? Который раздаёт бутылки, ну, сдал бомжу. Ну, просто, блядь, стоит. Отчим. Я как-то... Я... Пока я создал свой второй канал, короче, теперь это даже...
А сейчас всё, он уже всё того уже. Не тот уже, он уже всё, умер. Блин, а как же его халабудка? Кто будет на ней работать? Ой, ладно. Михаил Андреевич, ты был лучший, поэтому вечная память тебе, если ты там на небесах меня слышишь. Ой, блин. Ах, ладно, мне надо его чем-то похоронить. Я, короче, Пошёл. Вот твои 10 рублей, вот мои 50 рублей, которые он мне рассчитывал. Ты был лучше, ладно, тебе еще деньги. Братан, ты был лучше. Я тебе отвечаю, ты был лучше. Я пошел отсюда. Сейчас. Не-не-не-не, все, мне это не надо, мне это не надо. Блин, а как, кто будет на нем работать, я не понимаю, как. Он раньше на этой машине, он когда-то, ребята, на ней раньше ездил, теперь это моя машина. Ой, ладно, он когда-то вот там стоял. Вот тут самый магазин. Вот тут самый продавец еще стоит. Ё-моё, как так? Как он умер, ребята, как? Блин, мне просто, ребята, хочется, если честно, плакать.
говорит, я это самодельно, мне очень сильно хочется плакать. Ну, мой кот. Вот я тогда вас близко... Он правда умер. Он был мой кот. Он умер. Он же мне помогал, он же мне давал деньги. Чтоб я как-то жил. Жалко, вот его машина, которую он ранее раньше ехал, а сейчас Никуда. На ней теперь я езжу. Умер. 2020. Ой, а думаю, писал. Родился вот столько. Он помогал мне. Ой, ладно, так, конечно, что мне делать? Не знаю, что мне делать, посижу за компьютером. Ладно, ребят, давайте я уже закончу с этим роликом. Короче, поставьте вот этим роликом большой палец вверх, мне нужно описать. Я заспамил 1 миллион жителей на этом острове, и они будут строить цивилизацию. Не терпится узнать, что они будут строить. Отлично, вряд ли что-то пойдет не так. О, вы построили Суприм? Эй, выглядишь круто. Бро, можно сделать с тобой селфи? Стадион? Какой масштаб? Вау! О, разворот 360! Парк? Саймон говорит. Молодцы, а теперь прыгнуть! Саймон молчал. Массажный салон? Эй, можно мне сделать массаж?